Мы уже, друзья, потихоньку начинаем обрастать после нашего стресса. А то у нас Жако, конечно, сильно стрессовал. По той простой причине, что мы отсутствовали, нас не было дома. Ну, 2 недели, чуть больше 2 недель. Сейчас уже вот начал немножечко отращивать свои перышки. У него уже начали появляться на хвостике вот. Да, коржик, да. Сейчас такое, что так много разговаривал, прав, но что-то не удалось его немножко запечатлить. Да, кошек, моя птичечка, хороший, хороший. Сделали тут красивые игрушки. Прям замечательно, тут места очень прям много, очень.